Ликвидировать подтопление в микрорайоне Осташково все-таки можно. В мэрии прокомментировали недавнее заявление первого замглавы администрации Октябрьского округа Юрия Бибика. Телеканал Омск ТВ рассказывал, на днях чиновник заявил, что откачать воду с затопленных СНТ не получится. Якобы точки для сброса воды поблизости нет. Напомним, микрорайон Осташково затоплен уже почти полгода. Причина ТЭЦ-5, а именно золоотвалы станции. Они построены с грубыми нарушениями. Их выявила природоохранная прокуратура. Головную компанию ТГК-11 обязали устранить недочеты. После выхода материала в эфир с комментарием Юрия Бибика в мэрии дали разъяснение. Ответ на обращение жителя готовился до заседания областной комиссии по предупреждению ЧС, на которой были приняты ряд решений по ликвидации потопления в районе Осташковского дачного массива. Сейчас разрабатывается перечень первоочередных технических решений, который будет реализован в самое ближайшее время. Людей один на один с проблемой никто не оставит.